Очередной ролик «Коротыш». Извините, ребят, на улице ветер. Сейчас расскажу, как ремонтирую переднее сиденье. Смотрите, переднее сиденье. Это кусок от спинки. Это кусок от сидушки. Значит, смотрите, и был на сиденье прожог. Вот в этом месте. Прожог ремонтируется просто вот обычным швом, поперек, и все, как говорится, супер-пупер. Но это в зависимости от того, какого размера прожог. Вот. И вот боковины отремонтированы оригинальным материалом. Откуда взят оригинальный материал, ребят? Откуда взят оригинальный материал? У этих сидений есть спинка. Сейчас, секунду, я машину пропущу. Сейчас проезжаем. У этих сидений есть спинка, а на спинке точно такой же оригинальный кожзаменитель. Так вот, для того, чтобы отремонтировать из оригинала, нужно просто взять, выпороть спинку. Ее по длине хватает вот на эту вот часть, ну и, соответственно, на эту. Еще половина остается для ремонта еще одного Volkswagen. Так что пользуйтесь вот таким лайфхаком, если я правильно это слово называю. Там спинка еще больше. То есть кожзама здесь большой запас. То есть для того, чтобы отремонтировать эту машину, здесь дофига кожзама. В данном случае вот эта вот часть была хорошая. Только вот это и вот эту я заменил. Ну, по времени вообще очень быстро эти машины ремонтируются, потому что здесь все сделано по дешману, так сказать. Здесь нет ни подкладок, ничего нет, даже подогревов нет, ничего нет. Под кожзамом даже поролона нет. Так что вот такой вот ремонт. Ну, где-то все равно часа, наверное, 3 он занимает. Ребят, забыл сказать. Вместо того материала, который я сзади выпорол, конечно, там не будет дырка. Туда берем любой самый дешманский кожзам, 300-рублевый, как говорится, и вшиваем. Там никогда этого места, никогда, и даже если вы очень захотите, если только отодвинете совсем-совсем вперед сиденье, только его можно будет видно. Но лучше, конечно, по цвету туда засунуть материал. Я туда сделал серый. Ну вот, его не видно даже. Не видно. Вот. Так что вот так вот.